Всем привет! Вновь это Технохаус. Мы решили заняться своим мотором. Идея была давно, но вот сейчас в рамках Wolf Engineering мы изготовим собственный мотор. Ну, попробуем это сделать. Насколько это получится, не знаю. Мотор примерно будет 100 литров. Вот с этим коленвалом, с этими цилиндрами. Их перегильзуем. Ну, дальше я все объясню. Заниматься будем так же, как и М72. Так же, как и остальными своими проектами. Ну, вот, надо нам, чтобы получилось это все. Очень хочется сделать свой мотор. Ну, посмотрим, что из этого получится. Поэтому беремся и делаем. У нас есть кое-какие результаты по двигателю, который мы собираемся изготовить. Теперь у нас есть головки, у нас есть цилиндры. Цилиндры мы будем гильзовать, делать длиннее для них рубашки, потому что хода у нас не хватает. Расчерченный коленвал, который мы чертили, пытались сделать вот из этих вот коленвалов, вот такой коленвал, из ветвинного коленвала сделать оппозитный. Ну, это понятно, это сломанный коленвал. Из ветвинного коленвала одношеечного сделать вот такой коленвал оппозитный не получилось. Не то чтобы не получилось, но мы его не дождались. Мы пошли другим путем. Взяли коленвал, какой нашли, оппозитный коленвал с хорошими шейками, это новый коленвал. Установим его, перецапфуем вот здесь вот эти цапфы, которые работают у нас на ГРМ, на газораспределительный механизм, на цепи, на шестеренке. Мы цапфы возьмем с этого, выточим коленвала и переставим их сюда. А сам коленвал мы оставим вот этот. Это новый коленвал. Ход у него 73. Диаметр цилиндров здесь 92. Мы поставим вот эти поршни кованые на 97. Расточим и загильзуем их сюда. То есть 97 поршни с ходом 73. Это у нас получается расчетные цифры двигателя, ну, так приблизительно, 539 кубов, 456 тысячных умножить на 2, это 1079, ну, примерно 1100 кубов получится мотор. Вот этим сейчас и будем заниматься. Потом, вот этот маслонасос использовать мы не сможем, так как он очень малой производительности, я думаю, не справится он. Поэтому мы поставим обыкновенный центробежный насос жигулевский. Обрежем его, переточим, переделаем, но сам исполнительный механизм возьмем жигулевский, установим его, за глаза хватит на 2 цилиндра с лихвой. Картер мы расчерчиваем по коленвалу, так как коленвал у нас уже есть, мы можем заняться расчертить оппозитный картер и отдать его на фрезеровку. Поэтому мы сделаем как? Сделаем чертеж элементарный, отдадим его на фрезеровку. Нам вызвались помочь софийские братья наши из Софии. Они сделают фрезеровку из D16T, пришлют нам сюда. Здесь мы дорабатываем, запускаем этот двигатель, лишнее обгрызаем. В общем, как-то мануально мы это все дело обстряпаем. Будем идти своим путем, но зато мы получим свой мотор. Помогать нам больше некому, я так понимаю, поэтому мы будем делать все сами. Расчетный объем двигателя есть, коленвал отличный у нас есть, цапфы есть, поршни есть, цилиндры есть, маслонасос есть, головы есть, газораспределительный механизм весь есть. Кольца, пальцы есть. Ну, завтулить под пальцы 21 мы завтулим, не проблема. Нам остается сделать картер. Да, дроссельные узлы
принципе, практически готовы. Это нам сделает Артемий на литровый мотор. Уже пробовали делать на 900-кубовый М72. Отлично заработал мотор. Нормально себя зарекомендовал. Поэтому этот мотор мы попробуем запустить на артемьевских дроссельных узлах. Генератор мы возьмем со стартером с этого же мотора, с Ротокса. Тут уже есть и генератор, и уже пеньки для зажигания. То есть и стартерный узел. Можно сказать, бендикс уже готов. Поэтому что-то используем от этого мотора, что-то дополним свое. Поэтому вот так этим путем и пойдем.